Друзья, рад приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим, как убрать монетизацию, а именно ограничения на монетизацию в вашем видео, как подать апелляцию, какие сроки и все такое. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, не надо пугаться, если вы получили этот желтый значок и у вас написано, что монетизация ограничена по требованию правообладателя, не стоит разочаровываться, вы просто подкорректируете свое видео. Первое. Зайдите, уберите описание, которое может быть в тех пунктах, которые ограничивает сам YouTube. В самом видеозаписи посмотрите, может у вас там какие-то посты, что-то запрещенное, просто это заблюрьте. И просто проверьте само описание, там какие-то ссылки и так далее, чтобы вы не получили уже конкретно бан за этот видеоролик. Поэтому это все не так сложно, и я вам сейчас продемонстрирую, как это в принципе все сделать. Все, вот здесь подобные ролики вот с такой вот монетизацией, оранжевый значок, это значит, что в некоторых странах монетизация не проходит. По просьбе правообладателей, либо же еще кого-то, вот только тех, у которых есть YouTube Premium. Но мы здесь можем подать запрос, то есть на проверку. Нажимаем на саму монетизацию, опускаемся чуть ниже, подать запрос опять, чтобы проверили наш данный ролик, что действительно нет никаких ограничений. Все, даете отправочку, проходит там около суток, возможно. И в принципе то же самое повторите на всех тех роликах, у которых у вас есть. Все, отправить запрос, можно повторно будет отправить всего два раза после проверки, и тогда уже можно смотреть. Сами видели этот процесс, буквально там за 30 секунд вы можете это все сделать, отправить запрос, и вы ожидаете. Какие сроки? Примерно от 5 до 30 дней, бывает и немножко больше, потому что так как с вами связывается специалист. Также вы можете зайти в личный кабинет, написать в техподдержку, чат поддержки, вы заходите в раздел именно через ПК версию, через браузер, и в верхнем правом углу увидите такой значок чата мессенджера, нажимаете, дожидаетесь специалиста, отправляете ссылку, задаете вопрос, и в принципе он в течение 2-3 минут вы разберетесь, и возможно сразу же вам это ограничение уберут. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, оставляйте ваше мнение в комментариях, дальше больше, скоро увидимся. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting